Всем привет, с вами Сергей Пушков. Добро пожаловать на прохождение Cluster Truck. Вот, Cluster Truck. Сегодня я продолжаю проходить эту хардкорную игру, которую надо паркурить на фурах. Ну, мы продолжаем. Так, вот. Я уже все забыл, как играть. Вот видите, уже даже так фейлюсь. Я должен этот уровень пройти. Так, давайте еще раз. Просто надо пройти, нельзя стопориться. На одном уровне. Так. Блин. Давайте еще раз будем пробовать. Ну как, у меня что, ноги длиннее, вот не так, еще раз, почти, ну вы понимаете, хардкор. Так, держимся на грузовике. Последний, нет. Блин, я ж почти. Я уж забыл про замедление времени. Точно. Так. Блин, в уголок. У круга и угла нет, я уже в угол. А если вот так? А, не получится. Лазер аж везде. Так, успеваю. Вот я ж летел нормально. Или ноги длинные, или голова слишком большая. Не понимаю. Надеюсь, в этот раз мышки будет не слышно. Я пытаюсь решить эту проблему. Так. Еще раз. Блин. Вообще забыла про замедление времени. Так, ну. Опять этот баг, который на колесах полз. Так, давайте еще раз. Вот так вот. Последние не так разъезжаются далеко. Вообще не понятно. Я ж прыгаю. То я уже не знаю, проходить придется так долго и нудно. Чё, пойдем? Вот уже. Тихо. Не. Ёлки-палки. Не хочу за всю сеть проходить вот этот тупой лазер муры. Там еще куча других приколов. Вот уже высоко. Так. Используем замедление времени. Тут я не успел его использовать. Так вот. Было на грузовик приземлиться. Как? У меня что, рука в левую сторону повёрнута? Физики вообще нет. Не, физика-то есть, но непонятно, какая модель у персонажа. Хоть бы там ноги сделать. Тихо. Давай! Да, наконец-то. У-ху! Ух ты, город, новая локация. Ого, молот. Жесткий молот. Это прям вообще сейчас пробка может быть большая. О, грузовик на грузовике, норм. Даже на двух грузовиках. Вот ты. Вот на вот этом. Или молот разнесет. Фух, молот снес того. Вот так вот делаем. И походим на изи. Уже другие бомбилки. Ой, ё-ё-ё, сколько тут грузовиков. Ой, блин, могли выжить. Ну ничего.
Я играю по фану, не на время. Не, не получится. И мы это в Израиле умираем. Ой-ой-ой-ой, только не колеса, блин, колеса. Давайте еще раз, упорно. Упорно, давайте так держимся. Ой-ой-ой-ой-ой, блин. Хотя, само, наверное, по этим паркурам. Можно. Ну, это прикольно. Можно, типа, подождать других грузовиков пока. Если там слишком долгая пробка, там один выйдет, а некуда приземляться. Вот это паркур! Надо на вот этот грузовик. Так получилось! Почти. Не стреляй. О, спасибо! Ура, все, выжили. Ой, теперь комбо, ужас! Ну это ж надо, это вообще... Ой, грузовики застряли. А, забагалась! Жалко, текстурка. Еще и молот, этот, надеюсь, мне грузовик не может. Ой, ты ж... А то, что без прицепа. Нормально. То есть прицеп есть, а... Вот кого вы тараните? Долетели, ура, так. Давайте еще долетим, еще. Ой. Летим, вот. Это вообще какие-то шочки гравитационные. А мне... Вы бы так на меня пойти. Би-би-би. Все, одни такие прицепы остались, ну куда ты меня столкнул? Это босс. Не умеет водить права, где купил, посмотрите, где один такой, блин, на будет. Что я говорю? Так, вот это паркур. Живем, не надо. Все равно мне доехать. Слишком тяжело для грузовиков держаться так. Так, колеса. Так, прыгаем. Вот, давайте. Оп-па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 . Ну это легче, чем лазерный даже чутка. Потому что лазерный на 2 деленный, а тут на... О, как это по нам скачет. Так, едем в соседнее село на дискотеку. Так, давайте. Слушай, вообще полный рандом. Кого выбить, кого не выбить. Вообще, синхронное плавание или синхронное вылетание. Держаться на это. Или нет, или выпрыгнем. Блин, могли подержаться и там подождать. Оби-би-би-би. Можно там как бы там по башне. Там типа прыгнуть на башню. Кто еще навстречу едет? Вот босс. Так, едем. Да куда ты сталкиваешься? Давайте. Хардкор тайм, если че. Так, вот минус один. Вот перед нами сносятся все препятствия. Да. И мы тут ни при чём.
А могли бы добыть. А мы все время по центральному. Давайте по правому. Или вот левый есть. Да, непонятно, куда спорить. Не получается на флажке. На флажке можно было за паркур. Давайте на вот этот. Не рассчитали. Shift. Shift. Сейчас нам на фигню вот эти прыгающие. У нас закрыт. Но на низком уровне нету, на высоком да. Давайте ехать. Так, не должны быть добычи. Так, столкнешь сейчас же подставил. Так, давайте еще раз. Игра еще так не обновляется жестко. Давай, едь. Поворачивай налево, направо. Ой, выбора немало. То есть наоборот мало будет. Едем по вот этим. Все это! Хотел меня затроллить. А, теперь вообще все вместе. Ну это вообще. Ну, что это теперь? Это и фур не останется. А ну-ка, идея по паркуру по этим штукам. Не, ну они круглые, поэтому фур. У нас соскользнут. Так. Ты подставил меня. Водитель, козырь. Уже песни будем тут петь. Оп-оп-оч. Давайте еще раз упорно. Упорно вот это что было. Вот лучше там взлететь. Оп. Будем ехать поверху. Ехать. В соседнее село на дискотеку. Да. Меня еще типа хотели сбить. Давайте еще раз упорно. Держимся на вот эту фуру. Да куда ты воротишься? А выжить вообще можно? Давайте на самую последнюю. А не получится на последний. А, они еще крутятся, скатываются. Скользкая масса. Так. Вот так. Ну, не понять ничего. Сейчас снесу, да? Давайте. Держимся. О, наконец-то цель. Спасибо за игру, это все 41 минут, ну это за фан, там все за 20 это, а я по фан. Давайте там помогаем, типа про мастера. Name description, давайте самое последнее, это наверное будет супер, да, вывернуть хорошо. И это все, ничего не добавили. Ой, а в Steam аж будет осень. Ну да, это чисто можно. Зато тут можно настроить чувствительность. Представляете? А, еще типа best time, типа за сколько ты пройдешь. Ну это вообще на изи. Наверное, будет, не будет. Быстрое прохождение, не знаю. Но это получается все. Давайте еще так, знаете, сделаем. О, continue, это первый левел. Ну давайте так. Вот. Всем пока, с вами был Сергей Пушков. Подписывайтесь, ставьте лайки. Сегодня я прошел игру под названием Cluster Truck. Еще можно так вот проводить. Будет трястись экран.
Но если вам понравилась игра, то, конечно, ставьте лайк. Пишите мнение об этой игре. Понравилась ли она вам? Ну, на этом было все. Всем пока.